dance, K-pop, in public, группа ATEEZ, песня Thanks, спасибо. Не холодно, жара, да? Жара, хорошо. Ветра нет. Просто как на пляже в Сочи. Вот, все красивые, не кончили. Костюмы из шкафа сразу достали. Просто шкаф открыли. Фотки с первого раза. У меня штаны $700. Извините. 700. $700. Значит, вот эту заклепочку я украла у Бальман. Вот. Значит, левый кроссовок от Gucci, а правый от Prada. У меня, короче, от Isabelle Benedetto. Сумка такая модная. Где? Спасибо. Оригинал. Не знаю, сколько долларов мне взял. Мне подарили. Спасибо. Передача «Сдохни или умри». Ой. Сейчас клип наши... Ну, в общем, вот так. Сдохни или умри. Да. Так, у нас, значит, что, девушки? Зачем мы можем сосисочки? Не скоро. Сейчас развернем мангал. Короткие комментарии по поводу этих событий. Очень короткий, да? You know. Идем снимать. Надеюсь, вам понравится видео. Мы старались делать эти штуки. Главное не замедливаться. Направо, налево, начало припева. А то можно затупить и замедлиться. Не делать как он, а делать просто. Они настолько в шоке, что держит рот закрытым. Вроде не сложно, да? Свет очень классно. Свет реально. Ой, ветер задул. Блин, под картинку реально все летает. Сдохни, блин, так оранжевый классный смотрится, то, что у него лампасы и это. О май, о май. Это манная работа. Мы его это называем. Все? Все готово? Во! Грасиас! Настя, Настя, извините, номерочек дадите. Можно взять автограф, пожалуйста? Лучший оператор. У меня аж голова закончилась. Вау! Алло, слава.
Просто Уён пришел к нам на съемку, да. Девочки в шоке. Вообще. Час дует. Оля просто единственный человек, который нормально может держать лицо красиво. Мусор не бросать. Таню бросили. Ой. Да, он. No!